Ночные мышки и бабочка, спасибо, что пришли. Века канули в лету, так долго мы не виделись. Сожалею, что вытащил вас из уютных пещер и гробниц. Но поверьте мне, ждать мы больше не можем. Наконец пришло наше время нанести удар. Как вы знаете, он взращивает свою силу. Легенды правдивы. Мы должны продумать наш план, чтобы погрузить в вечную тьму весь Высарим. Мы должны ударить по нему первыми, пока он не вырастил слишком много. Как только взойдет кровавая луна, мы вместе... Извините, а где коктейльчики? Кстати, я тоже хотел спросить. Давно пора спросить было. Что? В приглашении было написано, что будут закуски и коктейльчики. Так и написано? Ну ты же сам это писал. Скажите, было ли так написано? Водочки принеси, мальчик. Нет, я не думаю, что так было написано. Нет, так и было написано кровью на приглашении. Коктейльчики. Да, там стаканчики еще зонтиками нарисованы. Да, зонтиками я тоже помню. Блин, ну видимо это просто в шаблоне осталось. Мы встречаться раз 200 лет, и ты использовать шаблон? Напомните, а проблемы чили деволнуют колхоз? Всегда надо проверять, что рассылаешь. Вы отвлекаетесь от главной цели, братья. А что за цель у нас еще раз? Без коктейльчика что-то и не упомнится. Серьезно? Да. Ну. Захватить весь Высарим! Точно надо выпить? Ну, камон, ребята, вы что, серьезно, на бесплатное бухло пришли? А как же Высарим? А при чем здесь Высарим? Не надо было писать, написал про коктейли, где коктейли? А вот, кстати, тебя я вообще не помню, чтобы приглашал. Ой, как же я тогда очутился здесь вообще? Ну ты, кучеревое говно, ты везде пролезешь. Так, хватит, разве вы не скучаете по безграничной силе? Не хотите, чтобы люди снова вас боялись? Ну, да. Я люблю страх, он вкусненький, я бы водочки выпил. Выпить бы-то, где же кружка? Слишком долго мы были лишены своей силы, прятались по своим норам. Мы должны править, как великие вампирские кланы прошлого. Вместе нас невозможно будет остановить. Мы распространим нашу вампирскую смерду по землям и уничтожим его. А потом весь Высарим падет ниц пред нами. Время нанести удар. Что быть это запах? Этого не может быть. А? Всем сосать чеснок, мыши ёбы! Чесночная ярость, мать вашу! Да! Или другими словами, нахуй идите, говно сосите! На помощь! Ёк! О, где же няня? Ой. Ай, мне иммунитет! Ебать колотить! Вау. Ты, может, и победил в этой битве, но война за Высарим только начинается! Я найду тебя. Трындец, я и не думал, что ты такой перекачанный NPC, Грег. Но хотя, с другой стороны, логично, ты чесночный магнат, а не вампиры. Ну окей тогда. Ой... Я наступил в летучую мышь. На вторую ступень, если что, Грег. Не наступай на вторую ступеньку. А потом я кучерявому говну вырвал очко голыми руками. Что-то Григорий попахивает пи***жом. Не было такого. Пи***н чесночный, твою мать.